Привет! Сегодня совместно с компанией Phuket by House мы покажем вам апартаменты класса люкс на первой линии пляжа Майкхао. Это один из самых длинных пляжей острова Пхукет протяженностью 11 километров с белоснежным песочком, заповедными тропическими лесами и кристально чистой водой Андаманского моря. Расстояние до международного аэропорта составляет 16 километров. Добраться до него можно, воспользовавшись трансфером обслуживающей компании. К услугам гостей парковка, бесплатный Wi-Fi, сауна, фитнес-центр, детский бассейн, открытый плавательный бассейн. Апартаменты очень светлые, здесь просторно, вся мебель выполнена в современном стиле, очень качественная и красивая. Сразу при входе мы попадаем в гостиную с полностью оборудованной кухней и обеденной зоной со столом на 4 персоны. В кухне имеется вся необходимая бытовая техника для того, чтобы приготовить еду на большую компанию. В гостиной есть телевизор с плоским экраном, просторный диван, кресло, журнальный столик и большие панорамные окна, через которые можно выйти к бассейну. А сейчас я вам покажу мастер-бедрум. Какая же здесь просто огромная королевская кровать. Также имеется две тумбочки со светильниками, телевизор и вход в ванную комнату. В ванной очень много места, стены и пол выполнены из керамогранита. Здесь очень уютно. Представьте, как можно наполнить ванну, взять какой-то напиток и релаксировать. С этой стороны зеркало во всю стену, раковина, унитаз и душевая. Вторая спальня немного меньшего размера, она может использоваться как детская. Здесь стоит кровать размера queen size, телевизор, шкаф и также прекрасный вид на бассейн. Район Майкхао знаменит своими пятизвездочными отелями и шикарными виллами. Здесь же, в этом комплексе, вы можете получить услуги класса люкс за меньшие деньги. Если вам понравились эти апартаменты, вы хотите их арендовать или приобрести, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами. Все ссылки будут внизу под видео в описании. Ставьте нам лайк, подписывайтесь на канал. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока!